Ну что, проверяется в абсолютно одинаковых условиях. Блин, две ночные камеры. Только бы не уронить их, а то мне ребенок тут умудрился нахамять. Короче, ввести коррективы. Яркость экрана у Alcatel не убирается. Он захотел, он сделал яркий экран. У Blackview свободно убрал, и экран в итоге в три раза тусклее. Как бы это вам показать? Но я думаю, по освещению моего лица видно, что снизу прожектор более сильный, и на меня кочегарит, снизу более слабый. Это экраны смартфонов. Я нахожусь в ванной, в абсолютной темноте. Датчик, многим уже известный, мною просто зачехлен перчаткой. Дверь сейчас мы закроем абсолютно. Темно стало полностью. Alcatel потерял временно фокус, зато потом его поймал. У Блэка все проще, фокуса просто нет. Поэтому он более спокоен, более стабилен. Пробуем увидеть надписи. У Блэка с надписями проблемка. Alcatel надписи нашел, распознал и фокус на них. Молодец, Alcatel. Ну, я не знаю, что еще сделать. Вертикальные линии, пожалуйста. Справляются оба хорошо. То есть разница только в автофокусе. Соответственно, у Alcatel фокус дергается, бегает. У Black стабилен. Но у Alcatel можно надписи вблизи прочитать. У Blackview надписи вблизи не прочитать. Оба видео будут на канале. Специально два отдельно. Можете открыть в двух окошках, сопоставить нужные части окон и рассматривать. Аппараты держу в руках, поэтому некие дергания возможны. Никаких рамочек не создавал. Если микрофон перекрыл, ну уж извините. Сложно держать две такие здоровенные лопаты и при этом ни капельки не накосячить. Ну что? Ну и вот как они ярко светят своими прожекторами. Сейчас попробую вот так. Все хорошо видно. И как я их держу, почему, наверное, микрофоны частично перекрыл. Это у нас в абсолютной темноте тестирование камер с ночным видением. То есть с ночной подсветочкой инфракрасной, которая глазу не видна практически. На аппаратах Blackview BV8800 и Alcatel VP16. Почему здесь? Потому что на улице светлее намного. Ну, на улице, конечно, тесты тоже будут. Там будет уже нечестно, там будет искусственный свет. Здесь света никакого, кроме как от самих смартфонов и от их экранов, нету. Всем спасибо. Видео Йог.